Так, выбираем нашу машинку. И поехали. Так, здесь мы не ездили. Поэтому будем... Подоработаем немножко звездочек. Отлично. Оп, аккуратненько. Так, у меня новая маска. Это такой вот Ктулху. Инопланетный. Да. Джипик, ребята, я вообще не прокачивал, видимо, давненько. Прокачивать его надо. Вот. Здесь я на нем не ездил ни разу, представляешь? Как раз подзаработаем немножко звездочек. Опа. Оп. Так, ладно. Здесь мы сделаем такой немножечко. Так, 65 тысяч. Есть у нас монетки, будем прокачивать машинку. Машинку, скорее всего, гоночную будем. А мы сейчас, кстати, в кубки поиграем. Сейчас мы тут доедем. Да, куча звезд надо зарабатывать, офигеть. А машинка-то у нас особо-то не едет. Давай. О, поднялись наконец-то. Нет. Тут главное не застрять, я знаю, тут место есть. Возле этой штуки. Ну, давай, перепрыгнем. Ага, бензинчик взяли, ну хорошо. Без бензина нам никуда не уехать. Опля, и еще монетки. Спасибо, 130 монет. Не особо много, конечно, но ладно. Так, а ну-ка, едем. О! 1000 метров проедем, я надеюсь. Есть, 1000 метров. Давай. Да елки-палки, еще чуть-чуть доехать-то осталось. Да куда ж ты назад-то едешь, алло? Ну, давай, ускоримся. Раз. Два. Не получается, нет, надо прокачивать тачку. Разбились. Ну что, ребятушки, поехали в кубки. На моей тачке детали у меня какие стоят такие. Все, поехали, будем посмотреть. Пока не будем прокачивать машинку. Посмотрим, деньги как бы есть. Будем умно прокачивать, потому что, может быть, прокачивать и не надо. А бывает, если прокачаешь тачку до какого-то определенного момента, там другие уже игроки будут мощные. Я фиг выиграю. Так было у нас, ребята, с баги. Так было у нас даже не с баги, а с первой тачкой. Которая вообще нас вытащила полностью игрушку. Очень много кубков мы. Больше половины кубков выиграли на ней. Потом пошла баги, потом я ее улучшил, и игроки стали более мощные. Пришлось улучшать ее. Потом баги я взял. На баге тоже до определенного момента я выигрывал. И баги улучшал. А потом все, тю-тю. И уже на баге не могу выиграть. А хотя вот эта тачка, она, я не думаю, что быстрее баги. Но мы выигрываем. Занимаем хорошие места, поэтому прокачивать ее пока не нужно. Если уже конкретно потом у нас проблема будет, то, возможно, прокачаем. Ну вот, первое место. Ну что, любимый фабричный кубок играем. Все, поехали. Ух ты, тут все мощные тачки, смотри какие, ё-моё. Офигеть. Ребята, дайте я выиграю хотя бы один разочек. Мне тут доехать до новой тачки совсем немножко осталось. Кстати, да, деньги не будем особо тратить, будем копить на новую тачку. Так, третьим приехал, да? Ладно. Так, идеальный старт. Точно, нам же дадут новую тачку, а ее надо будет прокачивать. Конкретно причем. Опля. Так, ну опять я еду третьим, к сожалению. Возможно, так я третий буду ехать.
Ну хотя бы второе место занять. Так, вторая позиция. Так, на втором пока месте. Давай, едем. Нам надо опять вторую позицию занять. Чтобы у нас было третье место. Ох ты, разбил я бошку. Ладно, едем. А вдруг я сейчас приеду первый? О, это будет сейчас замечательно, если я первый приеду. Чё с машиной? Чё её она перепрыгивает? Зараза такая. Давай, вторая позиция, отлично. Второе место. Вот, чуть-чуть проехали. Так, глубоководное погружение, один этап. Всё, едем. Так, посмотрим, какие тут тачки. Да, тут тачки прокачанные. Игроки крутые здесь, смотри. На каких они машинках едут. Ё-моё. Проблема такая же у меня наступает у этой машинки, как у Баги. Она встает на задние колеса. Ух ты, вырвался вперед. Круто, 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 круто. Я еду первым. Да ё-моё, это недолго я ехал первым. К сожалению, такие вот всякие вот наросты, кораллы, они мне мешают. Офигеть, я ехал первым, сейчас еду четвертым. Вообще, это несправедливо. Ну, дайте мне хотя бы, блин, третье место, что ли. Ладно, попробуем проехать. О, давай, 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 давай. Ё-моё. Ну, пока третий еду. Неплохо. Опа, опа, давай, давай, выбиваюсь, выбиваюсь, вперед, да ну нафиг. Есть! Первое место, офигеть, я в шоке просто. Супер. Нифига, так быстро? Закончилось? Открываем новую карту, еще шахты. Ну, поехали. Блин, уже смотри, машинка уже совсем скоро, совсем близко у нас стоит. Все, премиум класса машинка. Поехали. Опа, идеальный старт. Так, игроки тоже заряженные, слушай. Ну, тачки у них обычные. Поэтому есть шанс нам выиграть. О, как тут сложно, слушай. Блин, а эти как пролетели? Как этот пролетел, чувак, я не понял. Ну, ладно. Сейчас мы тебя обгоним. О, есть. Первая позиция. Быстрый этот чувак был. Поехали дальше. Опа, и главное тут идеальный старт сделать. И мы отправляемся дальше. Ух ты, а тут что такое? Нафиг. Ой-о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 й. А, ну все понятно, нормально все. Можно несколько путей. Можно там проехать, там проехать. Так, главное мне от этого не дать выиграть. Иначе, ребята, первое место мне не видать. Как своих ушей. О, да, первое место, супер. Так, а те какого уровня, интересно, чуваки? А, фига, те более прокачаны, чем я. Так, дальше играем. Опа, идеальный старт. Тоже они как-то, видимо, по-идеальному стартанули. То, что довольно-таки быстро едут. Ох, вот эти колеса, они мне так сбивают скорость. Опа, тихо-тихо, назад, вниз, нифига себе, какой странный у нас этап этот. О, да, первое место. Отлично.